В преддверии профессионального праздника одно из старейших торговых предприятий города ОАО «Универмаг Солигорск» отметило лучших сотрудников. Сегодня «Универмаг» – это коллектив из 328 человек. К предприятию относятся две столовые, два буфета, магазины «Сузорья» и «Юбилейные». За добросовестный труд 22 работника отмечены грамотами, благодарностями и денежными премиями. Для удобства покупателей «Универмаг» постоянно проводит работу по обновлению и модернизации. Недавно в «Универмаге» появилась секция текстильной галантереи и гардинных изделий «Лента», а также солигорской фабрики «Купаленко». Идет переоборудование второго этажа, ведется масштабная реконструкция главного входа в магазин. Уважаемые покупатели, прошу вас, заходите в наш обновленный «Универмаг», ищите что-то новое для нас, давайте какие-то советы, а для себя находите то, что вас больше всего интересует.